Всем привет! 18 лет назад в Австралии была запущена акция Movember. К ней ежегодно присоединяются мужчины со всего мира. На протяжении ноября они не бреются, отращивая усы и бороды во всех их проявлениях, а также делают пожертвования на изучение и борьбу с раком простаты. EA Sports также активно принимает участие в акции. В прошлом сезоне в честь Movember были выпущены специальные карточки, а в FIFA 18 появилась оригинальная форма, посвященная этому событию. Сегодня мы познакомим вас с главными бородачами FIFA. В расчет здесь, конечно же, брались не игровые качества футболистов, а исключительно растительность на их лице. Ставь лайк, если тебе понравилась наша подборка бородачей. Пиши в комментариях, у кого из футболистов самая крутая борода. И не забывай подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы первым узнавать о новых видео от Кибербола. До скорого!